Аня и Грег наконец-таки расписываются. Вскоре после этого Лужин совершает побег из страны. Мнимое предательство оборачивается для него карьерным успехом. Лужин арестовывает Гроссмана, но вскоре вынужден его отпустить, иначе руководство КГБ узнает о содержимом его тайника. Костя узнает о беременности Кати. После смерти Брежнева жизнь героев истории меняется вместе с жизнью целой страны. От Кости требуют дать показания на отца.